снимать, так я не очень буду, так сказать, смотреть. Как эта улица называется? Рамбла. Рамбле? Рамбла. Рамбла. Рамбла, Рамбла. Идем в Барселоне по улице Рамбла, пешеходная знаменитая улица, которая выходит на площадь Колумба. С одной стороны, а с другой стороны, как та площадь называется? Каталония? Да. Каталонская площадь. Ты рядом, да? Художники бояют. Вот, барселонские. Пожалуйста, сразу портрет. Кто-то бросил велосипед тут прямо в дороге. Театр Принципал. А это тату, салоны тату открытые. А? Салоны тату, тату здесь делают. Это все тату, да. Разные, тут можно все, любые надписи, рисунки. Реакцию своих вещей. Так, вот Шурочка идет со мной рядом. Ну, тут все на месте. Мы идем, движемся на нашу площадь Каталония, где вместо нашего стоянки автобуса еще надо успеть что-то купить в универмаге. Здесь, говорят, есть хорошие скидки сейчас. Так, немножко тут сделаем остановочку, потом продолжим.